Милые дамы, Магаданская госавтоинспекция поздравляет вас с наступающим Международным женским днем 8 марта и желает вам счастья, здоровья, любви, теплого весеннего настроения. От себя хочу добавить, и неоднократно об этом говорю, что магаданские автоледи, участницы дорожного движения, самые правопорядочные, законопослушные, внимательные, взаимовежливые. И желаю оставаться им такими же. Но самое главное, безопасных дорог. С праздником вас! Здоровья, счастья, любви, теплого весеннего настроения, безопасных дорог. Всего самого хорошего. Вот забирайте, ваша дама, забирайте, пожалуйста. Разрешите вас от лица общественного совета МВД России по Магаданскому области поздравить с наступающим праздником 8 марта. Пожелать вам только легких дорог, легких путей, чтобы мужчины-водители вам уступали, и вы всегда чувствовали себя комфортно. А полиция была к вам лояльна. А вы никогда не нарушали. И разрешите вам небольшой куплетик. Спасибо большое. Очень приятно. Спасибо большое.